К другим темам. Пока не завершился сезон, в городе продолжаются строительные работы. В эти недели на некоторых участках дорог появились новые искусственные неровности. С подробностями Валерия Конева. Каждый из нас понимает, что безопасность на дорогах зависит не только от соблюдения правил и ответственного поведения водителей. Расстановка знаков и дорожное покрытие в этом случае не менее важны. В сентябре на новоуральских дорогах, а точнее на некоторых участках, появились нововведения. На месте трех пешеходных переходов выросли искусственные дорожные неровности. Вот так начинается работа над созданием неровностей. На примере работ на Первомайской, 17, мы можем увидеть, как после проливки необходимой территории битумной эмульсии к месту отправляется машина с асфальтобетонной смесью, в которой вручную сотрудники дорожно-коммунальной службы позже сформируют возвышенность, а после утрамбуют ее специальным катком. По представлению госавтоинспекции, решению комиссии по безопасности дорожного движения, принято решение об обустройстве трех искусственных дорожных неровностей по адресам перекресток Чурина-Мичурина, Первомайская, 17 и Ленина, 12. Искусственная дорожная неровность призвана снизить скорость движения транспортных средств, тем самым обеспечить безопасный переход пешеходов через проезжую часть. Обращаем внимание водителей и пешеходов на перечисленные три участка, где вновь появились искусственные дорожные неровности. При обустройстве также наносим дорожную разметку соответствующую и устанавливаем дорожные знаки, предупреждающие об искусственной неровности. На приподнятые пешеходные переходы разметку наносят на следующий же день после ее уплотнения. Так что и для водителей, и для пешеходов участок дороги становится еще заметнее. Не только благодаря отличию цвета свежего асфальта, но и яркой разметке. Напомню, искусственные неровности эффективно позволяют как отрегулировать скорость участников движения, так и еще раз указывают пешеходам установленное для них место пересечения дороги и делают его более безопасным. Валерия Конева, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.